Сейчас продолжим гемору. Итак, мы, да, на следующей неделе не будет занятий. Я уже предупреждаю. Я улетаю в воскресенье. Да, в пятницу утром. Итак, Мембейса Мута Алиф, в самом конце Мишна, мы начинаем новую Мишну. Сразу задаю вопрос, сколько мы еще будем учить эту гемору? Или мы перейдем на что-нибудь более интересное? Более, я не знаю, кому как интересно, но более... На летнюю гемору? Переходим на Нида. На Нида? Это не летняя гемора. Это круглогодичная гемора. Alright, итак, ну давайте начнем Мишну. Итак, Гауманим, Вашутафим, Варисин, Вапатрофин, НЛМ Хазака. И приводятся четыре категории, сейчас мы всех переведем, которые не могут иметь хазаку. Напомню, что только хазака. Хазака – это когда ты можешь подкрепить свой ответ истцу тем, что ты находишься на этой property уже три года. И, то есть ты говоришь, у меня есть хазака, да, я у тебя ее купил, у меня есть хазака. Я купил у Васи, у меня есть хазака. Да, это то, что подкрепляет твой ответ истцу. Да, и у четырех этих категорий не может быть хазака. Кто это такие? Это... ремесленники, если дословно перевести, уманим. Уман – это от слова ремесло. Уманут – это ремесло. Крафтсмен. Да. Ну, это люди, которые, допустим, которых ты вызываешь починить водопровод. Да? Они могут починить водопровод 3 года. Но хазаки у них не будет. Понятно? Плотники на всякие запиливают. Да. Какие-то люди, которые, чья профессия относится к твоей property, у них не может быть хазака. Да, вашутафим и партнер, тут очень важно, мы дальше в геморе увидим, что речь не о партнере или партнера, а идет речь именно в партнерстве, правильно, наверное, перевести будет, это в партнерстве не может быть хазаки, не может быть удержания. Да, естественно, ситуация, да, два партнера, допустим, мы с Борохом покупаем один дом. Я не могу сказать, что... У нас был похожий кейс, помните? Помните? Был кейс? Не было. Давай купим, был, когда на вдвоем покупали. И да, когда рабыню вдвоем купили. А, делили потом. Да, да. Да. Потому что не может быть... На пару часов, там другие пару часов. Гайс, рабыня... Ну, да, это... так было там. Не имеется в виду... Ну, это все. Тоже имеется в виду все. Махуя-то да махуя. Нет, ничего такого не имеется. Ну, запомнилось. Да. Хуя ты дымовый. Дальше. Следующее. Арисин. Арисин это shareholders. Да? То есть это не просто партнерство, пайщики. Да. Это те, которые владеют вместе какой-то property. Апотропин это апотропусы. Да? Понятно, знаете, что такое апотропус? Апотропус это легальный термин. Тоже. Апотропус это тот, который заботится о сиротах. Ну как это? Опекун, да, на русском опекун. Апотропус это любой. Шеркроперс? Администратор. Да, ему поручают управлять собственностью, пока они не вырастут. Это не его собственность. Опекун, да? Это не опекун. По-моему. Я знаю, что в легальный термин это называется, так и будет, на латыни это будет апотропус. Подожди, это ты четвертого назвал или третий? Четвертый. Хорошо, это администратор просто не пишет. А третий? Третий это с пайщики. Правильно будет это перевод. Шеркроперс. Ну, это уже, я сказал шерхолдерс. Что-то то же самое. Ну, whatever, неважно. Все поняли, кто, о ком идет речь? Администратор, правильно понимаешь. Да? У них нету хазоки. Наверное, достаточно понятно, почему у них не может быть хазоки. Да? То есть, если они обладают этим тайтлом, так сказать, у них не может быть хазаки. Так. Ло ле иш хазака бы них сей что? У мужа не может быть хазаки на владении жены. Да? Понятная ситуация. Да? Что если Бог берет девушку в жены, которая... property на Манхэттен-Бич, и потом они разводятся и говорят, я уже три года живу, он гуляет, пролетает. Отдыхаешь. Это как на Украине говорят, прим. Пошел прим и так же ушел. Так как же этот самый... Принап, да. Постнап. А в еврейском принапе обязательно только со стороны мужа. Кстати, в этом принапе то же самое.
А если я буду сидеть в время ШСХ? Нет. Не волнуйся, поднимайся к корт-ордер. Ты найдешь себе мужа, что я тебе могу сказать? Твой пленар относится к тому, что вы нажили во время. Без на меня не пожалеет. Лола Иша Хазака. Да, дальше. Лола Иша Хазака Бамсеба Алла, и наоборот тоже не работает. Да? То есть если в брак муж вносит какой-то property, то после развода жена не может сказать, что я это получу, потому что я здесь уже живу 3 года. Понятно? Велоле Абен их Сейбен, и у отца... Это все насчет недвижимого. Да, мы говорим о недвижимом муже. Велоле Абен их Сейбен, и у отца нету хазаки по отношению к сыну, да, то есть отец не может сказать сыну, что это моя property, потому что я здесь уже 3 года живу, если это property, которая принадлежит сыну. Велоле Бен Лебен их Сейбен, и точно так же наоборот, тоже не работает. Понятно? Бемед варим амурим. О чем идет речь? Бемахзик. Да? То, когда идет речь именно в пользу, о пользователе. Да? То есть, допустим, Борух женственной девушки, они вместе пользуют это, то есть он жил в ее доме 3 года, а когда они разводятся, Боруху дом не достается. Он не уйдет. Да, потому что он пользователь. Это другой вопрос. Борух не уйдет 100%. Все уйдут, а Борух не уйдет. Аваль, бнутен матана, но тот, кто подает подарок, ваахим шихалку, или братья, которые разделили, махзик бен хсегер, и тот, кто имеет хазаку в владении гера, нааль гадар вупарат, скольшего за хазака, если он закрыл эту property, или построил забор в этой property, или прорубил вход в этой property, в этот момент у него есть хазака. Что имеется в виду? Так, имеется в виду, что, когда мы можем говорить, что человек есть, когда он пользуется. Да, когда хазака играет какую-то роль в суде. Когда ты говоришь, я пользовался этой property 3 года, я у тебя купил и пользовался ей 3 года. Да, поэтому это доказательство того, что я действительно ее у тебя купил. Это нормально. Но мы говорим, что в этих ситуациях, когда муж с женой, когда отец с сыном и так далее, пользование не помогает, да, потому что, естественно, муж с женой, там, если это был дом жены, то муж пользуется ее правом, если это был дом мужа, то жена пользуется ее правом. Поэтому в пользовании именно тот, который махзик, тот, который пользуется, это не помогает. Но если это дается в подарок, да, то есть если жена говорит, на нашу свадьбу я тебе дарю этот дом, на нашу годовщину, тогда если вы разводитесь, то этот дом, ты можешь сказать, у меня есть хазака. Потому что ты мне подарила, у меня есть хазака. Достаточно слово или нужно документ? Нет, должно доказать, что ты там таки доживешь 3 года. Так? То есть, откуда ясно, что это подарок? Тут это мы вначале, ситуация интересная, что если она приходит, или он, неважно, возьмем любую классическую, знаю, она приходит к Борку и говорит, что ты делаешь на моей property, и Борух дает ему ответ, что я у тебя купил, и у меня есть хазака, в данном случае хазака играет роль контракта. И теперь доказательство должен приводить Марат, то есть мяч на его поле. Бороху, если у него есть хазака, не нужно приводить доказательства. Если Марат приведет какие-то доказательства, опровергающие его хазаку, или у него там будет другой контракт, неважно, какой-то проблем, тогда Бороху нужно уже искать доказательства. Если его жене принадлежит прапорт, он может просто сказать, что она мне его подарила. Все, да, если они разводятся, жена говорит, что ты делаешь на моей property, он может сказать, что ты мне подарил. У меня есть хазака. Должен быть доказать, что он тогда там жил 3 года, пользовался и как хозяин. Да, но если они просто живут, он тоже пользуется. Да. Так как же все-таки доказать? Тогда она должна доказать, что она не давала ему подарок. Вы, кстати, сказали. Ну, вы, кстати, не помогает. Нет свидетелей. Сейчас будет гемора сейчас. Right? Нет, понятно, что когда идет речь о подарке, и так далее, должен быть свидетель, должен быть доказательство этого подарка. Right? И точно так же братья, которые поделили, да, если получается наследство братья, которые делят, то тогда у одного на другого есть хазака. Так? Если они официально разделили прапорти. Теперь, что касается гера, если идет речь о гере, у которого нет детей, если кто-то, допустим, пользовался прапорти гера, гер умирает, не дай бог, то у него нет детей, соответственно, никто не получает наследство. Его там другие родственники наследство получить не могут от него. А? Так они же носят. А? Естественно. Соответственно, тот, который находится на этой property, он может сказать, что у меня есть хазака. Да, на эту property.
Окей? И, и в данном случае, когда происходит подарок, предположим, достаточно для казакини 3 года жить, не 3 года там обрабатывать землю, а достаточно того, что ты один раз на месте, на глазах у того, кто, допустим, дал тебе подарок, повел себя как хозяин. То есть он, например, или закрыл. Да, все видели, что ты закрыл ключом property, или то, что ты построил забор, или то, что ты сделал новый вход. Да, то есть это просто приводится как пример человека, который ведет себя как хозяин на этой property. Понятно? Окей, okay, тогда это будет хазака. Right. Ты получаешь посылки через eBay на этот адрес, подходит? Нет. Потому что Йоси уже давно получает посылки на мой адрес через eBay. И суши тоже, как получается, которые ты заказываешь на мой адрес. И не бухуя ты там бахуя. Даже если тикеты придут, не бухуя и не бухуя. Right. Дальше. Гемора. Мы переворачиваем страницу. Зашелестели, перевернули странички. А, нет, Борху не надо, Саша, только Борху и Володе не нужно перевернуть. Марату и Саше надо перевернуть. Молодцы. Абуад и Шмуэм в Левитану. Отец Шмуля и Леви учили следующую вещь. Шутав энло хазака в кольшекенуман. Они говорили, что у партнера не может быть хазоки, и тем более у работника. То есть работника я сложно наружу, ремесленника, как я не знаю, как точно. Имеется человек, который professional, который занимается чем-то на твоей property. Не просто имеется на работника, тот, который там тебя подметает, а имеется, который что-то чинит. Так Мишна уже об этом сказал, что у них нет. Да, подожди. Шмуль таней уман эйнло хазака, да, а сын его, то есть мы говорили, что это учил отец Шмуля, а сам Шмуль говорит, что у работника, у ремесленника нету хазоки, а вальшутав ешло хазака. Да, а у партнера может быть хазака. То есть partnership может быть хазака на shared property. Имеется, идет речь, естественно, о shared property. Идет речь о том, что там мы партнеры, и у меня есть там property, у Борха есть там property. Он не может оставить. Да, они говорят, что у партнера не может быть. Может объяснить пример? Не, подожди, нет, не секунду. У партнера, Шмуль говорит, что у партнера может быть. Когда мы с тобой владеем одной property, Мишна говорит, что не может, а Шмуль говорит, что да, он говорит, что да, у работника не может, а у партнера, да, может быть хазака. Имеется в виду только на shared property. То есть, наоборот. Нет, это уже следующий абзац, смотри. Нет, вот это да, но мы уже на этом абзаце. В этом про крафтмена. Тут пишут крафтмен cannot establish. Тут пишут, что партнер cannot establish. Тут два написано. И партнер, и крафтмен. Уман эйло хазака, а валь шутав ешло хазака. Вот это мы прочли. Нельзя быть. Знаешь, хорошо, его не взял с собой на два дня. Два раза его не взял. Не на динер я его не взял. И на свадьбу Рабы Кацуна его не взял. На дочке Рабы Кацуна. Первый раз вышла Таня от Рабы, если ее специально поддерживали, чтобы там писать всякую штуку. Нельзя сделать то же самое с Гемором? Причем тут Гемор? В Тане тоже приводятся цитаты из Гемора, поэтому не можем подделать. Не, я говорю, ты знаешь, когда Мясник начали делать свои копии Тани, чтобы там... А, ты имеешь в виду, что здесь они, да, было. В Мику. Я уже 3 дня подряд хочу. Ну, вылазишь. Помогает на ОЭЛ, потом Мику. Понюхай, что значит помогает. Я слышу, мне не надо нюхать. Дальше. Итак, понятно. Борис спросил, какой конкретный пример. Идет речь только о shared property. У партнера не может быть хазаки. То есть, имеется в виду, что если мы с тобой купили поле вдвоем, да, и, допустим, я, это нам принадлежит вдвоем. Я говорю, Бог, знаешь, у меня там хорошие семена, я там посажу, травку соберу. Mm-hmm. Да? Я там на всем поле сею травку, собираю, продаю, все дела. Все хорошо, через 3 года ты приходишь и говоришь, что давай, дай мне, я тоже хочу что-то там посадить, вырастить. Ты говоришь, как, что ты делаешь? Это моя property, я вот тут уже 3 года работаю. Окей? Uh-huh. Okay? То есть, по Мишне у партнера не может быть хазаки. Идет речь только о shared property, как сказать на русском, совместном владении. Да, да. А Шмуль говорит, что да, может быть хазак. Вэазда Шмуль и тамы. И пришел Шмуль объяснить свой смысл того, что он сказал. Дармав Шмуль, сказал Шмуль. А шутафим махзаким зе аль зе,
Умайдим зе альзе, вносим шумрей сахар зе альзе. Он идет даже дальше. Да? Он говорит, что партнеры, у них может быть хазака друг по отношению к другу, так, на property. Они могут свидетельствовать друг за друга, так, и они могут являться шумер сахар. Мы обсуждали этот вопрос, кто такие, что есть четыре вида охранников. Keepers, four types, не буду сейчас все перечислять. Один из них это storage. Стандартный storage. Что такое storage? Storage. А? Storage. Storage на английском. Что такое storage? Когда ты сдаешь что-то в storage. Хранилище, да, когда ты сдаешь камеру хранения, ты сдаешь что-то, за это платишь деньги. То есть да. Хозяин этого storage, он шумер сахар. Они имеют право на это. Да? Он получает деньги за то, что... То есть я один может быть для другого, один партнер для другого может быть шумер сахар. Не будем ходить на детали, там где может дальше будет объясняться. Это одна из очень... Платный сторож. Да, да, четыре вида есть. Платный сторож есть ренти, да, тот, который снимает и... Который ему разрешает пользоваться тем, что он охраняет. Да. Окей, поехали. Так. Естественно, на это задаются вопросы. Рамелей Раби Аба Раби Иуда Бемарте Деве Равзакай. Спрашивает Раби Аба у Раби Иуда по этому поводу в дословном переводе в пещере Рава Закая, то есть имеется в виду вместе какой-то там таверна, типа, как они сидели, точнее, ешива, в которой сидели, называют пещера Рава Закая. Ми Амар Шмуль Шутав Ешло Хазака, да, как сказал, мог сказать Шмуль, что у партнера может быть хазака? Ваамар Шмуэль, да, он сказал Шмуэль, шутав кьюрет бершут дамы. Да, ведь сам Шмуэль говорит, что партнер это тот, который приходит на property по разрешению. Что имеется в виду? Если у нас есть shared property, так, я прихожу на то, что она, давайте сначала на более таком простом уровне. Когда я иду пользоваться этой shared property, я, естественно, должен получить разрешение своего партнера. Соответственно, если партнер мне дает разрешение, у меня не может быть хазаки. Если мы скажем, что у меня, сам Шмуль говорит, что у него не может быть хазаки, если мы скажем, что у партнера да, может быть хазака, то для второго партнера, который говорит, да, не проблема, иди пользуйся, мне сегодня это не нужно, там машина, неважно, любая, property. Это получается, что он продал свою property. Если дал разрешение. Если мы говорим, что у партнера да, может быть хазака. Еще раз. Мы говорим, что партнер, сам Шмуль говорит, что шутавки у Редбера шутами, да, sorry, что партнер это тот, который спускается на property, который пользуется property по разрешению. Как? Тот, который пользуется при разрешении. А что имеется в виду? Если мы имеем общую property, да, то я, когда ей пользуюсь, это значит, что я пользуюсь разрешением своего партнера. Получается, если мы скажем, что у меня может быть хазака по отношению к своему партнеру, тогда, когда партнер дает мне разрешение, он как будто мне продает property. Тогда не может существовать никакого шутафута, не может существовать никакого естественно, не может существовать никакого партнершипа. Соответственно, мы говорим, что есть такое понятие, есть такой термин, что тот, который пользуется property, скажем так, партнер, он пользуется property по разрешению. Но он это партнер, но у него не может. Если ты пользуешься property по разрешению владельца или совладельца, у тебя не может быть хазаки. Либо-либо. Логично, да? Окей? Okay. Иначе, если мы скажем, что у него есть хазака, то тогда, когда Борох придет и скажет, что ты делаешь на моей property, он говорит, как, ты же сам мне сказал на ней пользоваться, я тут уже 3 года сижу. То есть тогда у хозяина нету выхода. Понятно? Right. Сразу Гимара Лав, я забежал вперед, да, Лав, Гимара сама задает этот вопрос, говорит, Лав ли мемер душитав энло хазака, и поэтому нам нужно сказать, что как можем сказать, то есть нет, я перейду до слова, что как мы можем сказать, что у, как мы можем не сказать, что у партнера не будет хазаки, да, или по-русски, нам, мы должны сказать, что у партнера не может быть хазаки. Понятно? Закончим эту сумму. Говорит Гемора Локаш, несложно, не проблема. Все элементарно, да? Как же элементарно, как же нам это увещевать?
Ха динахит ли хула, ха динахит ли палга. Он говорит, что в одной ситуации, когда говорил Шмуль, он говорит, что он пользовался всей property. В другой ситуации он говорит, что он пользовался частью property. Когда Шмуль говорит о том, что у партнера да, и сказал, сейчас нам нужно разобраться, когда он говорит что. Секундочку, Гемора сама не знает, когда он имел в виду что. Есть два варианта. Есть два варианта. Один вариант, когда партнер пользуется только частью property. Своей. Ну, партнер, shared property. И другой вариант, когда партнер пользуется всей shared property. И мы говорим, что один раз Шмуль говорил, когда у партнера есть хазака, может быть хазака, когда он пользовался или то, или так, или частью, или всей. И второй раз он говорит тоже или частью, или всей. Все, что осталось выяснить, это когда он имел, что он имел в виду. Лекула или лекула, да? Да. Частью, всей или частью. Так? Понятно, в чем проблема? Они-то нам дали ответ, ну-ка теперь нам нужно дорубить о том, что имеется в виду. Да, все, больше отмечений нету, там дальше только итог подводится. Как вы думаете? Или никто не понял, в чем проблема? Ну, очень понятно, тут все просто. Если он пользуется частью, то у него, естественно, есть хазака, потому что он пользуется, как, наверное, своей частью. Он же партнер. На свою часть у него будет хазака. Да. Тогда это тот случай, когда он сказал, то есть тот случай, когда он сказал, что у партнера да из казака, он имел в виду часть property. Да, а если он пользуется всей, то у него нет хазака. То у него не будет хазака. Но я тебе скажу наоборот. Почему? Какой нам смысл говорить, если он партнер? А да, если он пользуется своей, то какой нам смысл говорить о хазоке вообще? Весь поинт хазоки, если он пользуется всей. Не своей, а всей. Соответственно, все не так просто. То он и так партнер, мы знаем. Нет, если он пользуется своей, значит другой партнер уже на ту часть не имеет. У него нет своих партнерств. Наша песня хорошо начинается. Давайте, еще раз объясним, какая проблема. Какая проблема? Проблема в том, один раз Шмуль сказал о том, что у партнеров может быть хазака. Второй раз он сказал, что партнер не может быть хазака. Теперь мы говорим, что он говорил о двух разных случаях. Один раз, мы не знаем, в каком случае он говорил что. Один раз, когда партнер пользуется частью shared property. И один раз, когда он пользуется всей shared property. Теперь нам осталось выяснить, когда он имел в виду что. Саш, понятно? Да. На этот вопрос? Абсолютно. Так у партнера нет его части. Окей, но он-то может, я ситуация, если мы скажем, что когда он говорит, что у него да, есть хазака, тогда имел в виду Шмуль, что он часто пользуется частью property. Как мы это объясняем? Он пришел часто пользоваться частью property. Да, через 3 года партнер говорит, что ты делаешь на моей property. Он говорит, и как, у меня я тут 3 года уже обрабатываю, это моя часть, моя property. Мы с тобой были партнерами, половина твоя, половина моя. Может, они разошлись, может, они не разошлись. Потом уже возникает вопрос, разошлись они и прошло 3 года, разошлись они не прошло 3 года. Так? Но у него есть хазака на эту часть. Так? А когда он пользуется всей property, у него не будет хазаки, да? Потому что там это партнершип. Да? У него не может быть хазака. Подожди секунду. Другой вариант, потому что мы сказали, у партнершип не может быть хазака. Да? У тебя не может быть хазака. Другой вариант, он говорит, какой нам смысл говорить, что у него есть хазака на свою половину. Если там разошли, у него это не вопрос хазаки. Единственный раз, когда возникает у нас вопрос хазаки, какой ему смысл говорить, что у меня есть хазака на эту половину, если они все равно партнеры, вопрос, который возникнет, если он пользуется всей shared property. И через 3 года приходит его партнер и говорит, чего ты этим пользуешься? Он говорит, как? Я 3 года этим уже пользуюсь, у меня есть хазака. Так? Он пользуется всем. Всей property. Тогда мы скажем, что у него да есть хазака. А когда он часть человека половину, у него нет хазаки, потому что он просто участвует в партнершипе. На свою часть он не должен получать разрешение. Мы же говорим о том, что ему должно разрешение. Мы говорим, что когда у партнеров нет. Почему у партнеров нет хазаки? Потому что это как Юра Берешу дамы. Да, что это как человек, который с разрешением приходит пользоваться. Тогда, естественно, когда он пользуется половиной property, это очевидно, что у него есть разрешение. Но мы тоже можем сказать, что если это shared property, он пользуется всей property, то тогда у него тоже есть разрешение. Это partnership. У него, как Саша правильно сказал, нет части у него или части. Там не определено, какая часть, именно какая именно. Абсолютно верно. Одна, вторая. Нет. Когда есть партнершип, мы рассматриваем это как одну entity. Как одна часть, это все как одно целое. Но тогда
когда он получает разрешение, пользуется своей частью. У него есть хозяйка на то, что часть. Он пользуется своей частью 3 года. О, тогда, окей, то, что Юда хочет сказать, то, что Гемора имеет в виду здесь, мы говорим, что с помощью хазаки он выкупает свою часть партнершипа. Понимаете? То есть эта хазака делает то, что когда к нему приходит что, партнер и говорит, что ты делаешь на моей правде, он говорит, я, это принадлежит мне, и у меня есть хазака. Да, это принадлежит мне, у меня есть хазака. Тогда мы можем понять... выкупить свою долю. Не, ну это уже не важно. Но это другой вопрос. Саша, прав. Поинт в том, что он может сказать, это моя прав, у меня есть хазака. Эта хазака имеет эффект того, что он как бы выкупает свою часть партнершипа. Этим его самым. Показывает, что он ведет... право на долю. Да, да. Окей? Okay? Right. Понятно две ситуации. Да? Он говорит... Это мы уже прочли, да? Амрили... Амрила, Лехайгиса. Гемора говорит, что и так можно сказать. И так можно, что и в первом случае он мог иметь или то, или то. И во втором случае он мог иметь или то, или то. Дверь, или. А? Что? Молиться можно было. Да? Понял, слушай? Ну, сейчас помолимся. Тогда давайте, допустим, закончим этот кейс и помолимся. Окей? Равина Амар говорит Равина. Га вега днахет лихулы. Да? Вело каши. Он говорит, что и так мы можем объяснить этот кейс. Что и так мог Раби Шмуэль иметь в виду, и так Раби Шмуэль мог иметь в виду. То есть, главное, что мы тогда, он говорит, когда мы дойдем, basically, что сказал Равина, он говорит, когда мы дойдем до конкретной ситуации, мы выясним. Но главное, что мы доказали, что Шмуэль друг себе не противоречит. Да, это уже мое вступление. Как я объясняю? Это тоже важно. Да, да. Да. Но он говорит, что они не, он не, когда будет конкретная ситуация, мы выясним, как нам себя вести. Но то, что мы доказали в Геморе, что Шмуэль себе не противоречит. Да. Ваадеид бадин халука. Ваадеид бадин халука. Он говорит, что можно также сказать, что может быть, да. Как-то что он то часть property, которой он пользовался, было достаточно большое, чтобы называться property. А может быть, у нее эта часть property, она была слишком маленькая, она не могла называться property. И тогда у него, если это будет достаточно, тогда что он может сказать? Если у него будет достаточно большая часть, которой он пользовался, и может быть, залез там в часть, которая принадлежит партнеру, там, whatever. Но будет достаточно большой размер property, который он пользуется, что называется хелка, что называется property, то тогда мы скажем, что у шутафа может быть хазака. Так? А когда у него слишком маленький, то у него не может хазака, потому что property слишком, этот кусочек, который там сел, лежал, слишком маленький, там не идет вопрос хазаки. Давай, копишь? Давайте. Но он говорит, что может быть ситуация, что в которой... Будет хазака. А подожди, человек молился Марьев уже, так что у нас... Ну, все равно же... Вы задержите, наверное, на пару минут, чтобы мы меняли Марьев, по-моему. Мы приходили посетить, спрашивали разные вопросы, и нашли 2 друга. Да, сейчас. И спросили буквально то же самое вопрос. 2-3 дня разницы. Разве абсолютно противоположного ответа на друг другому. Приходит секретарь Радмараша, говорит, слушай, 2 человека, тоже самое вопрос.